18 часов. Уже пора как бы дам... Хера, ты ногу закинула на стол. А я смотрю, ты гибкая, да? Охренеть, девка. Господа, привет! Рад видеть на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в симулятор кафе. Не знаю, что с моим странным голосом, потому что уже хуже уже или лучше не будет. Вот, я все еще болею, но тем не менее я продолжаю для вас снимать видосики, радовать вас контентом. Так что поддерживайте меня лайком, подписывайтесь на каналчик. А мы с вами идем в наше интернет-кафе. В прошлой серии, если вы помните, мы с вами купили 3 компьютера. Теперь у нас прям полноценная компьютерная зона. Так, где мой лифт? А, вы должны быть на одном лифте с этажом. Так, где мой лифт-то, ёпта? Мне надо на работу идти. Что тут за силуэт пришел такой опасный? Что за опасный силуэт тут вошел в чат? Так, что, мы едем сегодня или нет? Поехали. Вперед, вперед, вперед! Я еду на работу. Мама, пусти на работу, я хочу на работу приехать. Открывайте ворота. Тисечка к вам пришла. Все, поехали. Какие страшные звуки сегодня. Ну, на дворе солнышко. Хоть где-то лето на дворе, так как всегда все спортивные. Собаки лежат. Подожди, это яичко было? А, смотри, у него есть половые признаки. Это первый пес с половыми признаками. А, так, мое кафе, вот оно. Вот оно, мое кафе с 3 компьютерами. Открываем двери. Света нету. Ничего, запитаем свету. Что у нас, воняет? Не воняет. Все чудесно, все прекрасно. Тогда давайте запускаться. Сейчас должны с вами начать зарабатывать только в путь. Всех, кто не будет платить, мы будем злостно наказывать. Бить их битой по лицу, а возможно по яйцу. Главное это что? Это открыть интернет-кафе, открыть табличку запросов. Так, подожди, это наши отзывы. Нам надо вот это вот. Вот. Так, цена. Чуть-чуть повысим цену-то. Мы ж не бомжа какая-то. Все. Давайте ждать клиентов с битой в руке. 3 компьютера, смотри. Ну, такие, конечно, как в школе у тебя на информатике. Но это лучше, чем нихера. Шарик. Шарик. Шарику все хуже и хуже. Шарик, живи. Шарик. Шарик. Шарик ушел за поворот. Ну что, кто-нибудь к нам сегодня зайдет? Заходите, не стесняйтесь. У нас теперь 3 компьютера. Эй, парнишка, ты у нас ни разу не был. Мне кажется, он что-то в себе проносит. Мне реально удивительно, что к нам ни разу никакой воришка не залез. Очень странно. Но мне кажется, лучше так не говорить, а то я призову, как всегда это бывает. Далматинчик ходит. Тоже мне, да? Выпустили какого-то бедного далматинчика погулять, приколись. Помидоры, огурцы. Мы хотели колбасцы. Ну, давайте, заходите. Так, парень зашел ко мне, хорошо. Ну, хоть кто-то ко мне сегодня пришел, а то... О, еще клиент. Неплохо, безграничный. Ну, посиди безгранично. Еще вы прям вдвоем, что ли, пришли на безграничный интернет? И что вы с безграничной делаете? Так, этот безгранично играет, этот безгранично мультики смотрит. Я вас понял. Так, Шарик, не пугай, я тебя чуть не огрела. Не стоит здесь умирать, брат. Живи. Так, 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 спокойно. А что это вы тут? Что за концентрация мафиозников здесь? Я не понял. Вы не пройдете ко мне, я вас не пущу. О, Росомах пробежал, видал? Росомаха уже не тот. Ты что за дядя Сережа из твоей школы? О, ему нравится здесь. Конечно, дядя Сережа нравится. Ну, садись. Что-то все на безграничный пришли у меня. Этот сеанс. Что-то там мамает, хакерит. Ну, ладно, что, мы готовы, если что. Наказывать тех, кто не будет платить. Но я надеюсь, не все мне заплатят. А то какой смысл? Главное, никого случайно не пропустить. Я думаю, наш следующий шаг будет, это купить с вами этого, нанять человека, который занимается, как его называют, скажите мне, телохранительством, то есть охранятельством, вот этим вот, охранять наше помещение от плохих людей, чтобы я вот так вот сбитый, как идиот, не стоял, а то я уже устала вот это вот бдить и бздить. Каждый раз одни проблемы. Вот мне страшно, что кто-нибудь возьмет сюда, влетит и навредит моим клиентам. А я не хочу такого, не-не-не. Здравствуй, парень. Ну что, господа, пора бы уже платить, может, хватит уже сидеть тут.
Вы тут не навоняли мне? Навоняли. Куда? Куда? Куда побежал, а? А ну вернись. Давай, иди сюда. Ага. Скотина. Прикинь, выбежал. Вот козел, пока я тут спреем тут убирала твой пердеж. Все, теперь тут не воняет говней. У меня бита скоро опять кончится. Это проблематично на самом деле. Слишком быстро кончается бита, так нечестно. Я столько не зарабатываю, а ты почти в воздухе сидишь. Что ты там привстал аж? А ну-ка пошел отсюда. Подальше, лесом иди. Давайте ему кран закрутим в голове. Может, это регуляция давления на мозгу? Чтоб как-то, может, там регулировочка. Что все так подозрительно бегают? Опа, заплати. О, соточку заплатил. Вот это я понимаю, ровный пацан. Не то, что до этого пришел какой-то додик, ничего не сделал. И убежал просто. Еще один тренер с твоей школы. Слушай, они одинаковые. Они одинаковые, мне кажется, одни братья. Просто один лысый, а другой с волосами, понимаешь? Они два брата, которые не могут друг друга найти. Опять ты, я тебя не пущу. Ты не платишь. Заходи, старый дед. Так, ты заплатишь? Хорош. Спасибо. Что-то нереально все по-разному платят, мне это напрягает. Все сегодня решили на безграничный приходить. А можно не мусорить, как бы, ну вообще-то. Я вообще-то здесь стараюсь поддерживать чистоту. У, тихо. Фига залетели. Так, безграничный, безграничный. Ой, то есть граничный, 30 минут. Бляха, вы не успели зайти, уже здесь намусорили мне. Я только набрала вот это вот порядочек, сделала все вот это вот, навела красоту. Вы тут пришли, мне уже тут все засрали. Сейчас получите. Ой, а что ты такой маленький? Потому что она не имус, наверное. Слишком маленький малыш. Фига ты Чак Норрис. Реально Чак Норрис. Спасибо. Побежал. Может, никто не хочет забежать ко мне? Там посмотреть что-нибудь? Нет, никто не хочет. Ну, пожалуйста. Заходи, дядь. Мне деньги нужны. Для вас же стараюсь. Надо купить что-нибудь еще. Фига мне там сиська. О, она впервые к нам зашла, вот эта девочка. Я так мечтала, чтобы она к нам зашла. На тебя крошка. Воняет? В смысле? Давай, ну не бзди, пожалуйста. Не воняет тут и вонять не будет. Напердело тут, конечно, тут вонять теперь будет. Фига они, вот когда они успевают подпердывать тут? Я понимаю, что тут все чищу. Все чисто. Спокойно, никто сюда не пройдет. Никого не пустим. Не путю. Не путю. Я денежку зарабатываю. У нас сегодня такой плодотворный денечек. Но все сидят за своими компьютерами. Так, уходи отсюда, сигареты. Еще мне сожжешь тут что-нибудь. Не надо. Я против этого. Давайте, ребят, ну все, шустрее. Все, уходим. Хватит там заниматься, не пойми чем. Платите деньги, валите нахер. Время сколько там на компьютере показывает у нас? 18 часов. Уже пора как бы дам... Хера, ты ногу закинула на стол. А я смотрю, ты гибкая, да? Охренеть, девка. Так, плати деньги. Ты вроде нормальный пацан. Спасибо. Ну, хоть кто-то платит, и на том спасибо. А то приходят всякие бомжи и не платят. Не, ну ногу ты, конечно, нормально так задрала. Наверное, потому что на каблуках нога длиннее, и ее некуда и просто девать. Что-то девочки у меня там засели надолго. Сидят там, что-то смотрят. Небось, друг от дружки информацию роют. О, капитан Сандерс, заходите. У нас, конечно, нет тут ки... Куда пошла? А, рыжая. У рыжих, говорят, нет души. Это про тебя. О, нормально, раскрыла свою червоточину. А вот потому что надо платить за свою червоточину. Офигели! О, этому нравится. Это такая, типа такая. Ну, типа, как бы нравится, но как бы и не нравится. Ну, все. Чудесно. Что-то это сидит. Фига тут намусорили. Что так много мусора, ребят?
Давайте как-то это, следить за тем, что вы там делаете. Пришли они на ночь, глядя в мое интернет-кафе, суеты мне тут навести. Я вообще-то устала здесь убирать. Да ты погляди, ты, ёб твою мать, а. Шалава. Нет, ну охерели. Нет, ну охерели. А как я буду, если они не захотят мне платить, в рукопашку их херачить? Все, ребят, вы последние клиенты на сегодня, я сказала. Офигела вообще, ты прикинь? Побежала такая. Плати деньги, пожалуйста. А то у меня травма уже, реально, у меня травма. Но он как-то мало заплатил. Ну ладно, я не буду воспрепятствовать. Так, убрать вонь. Все, пусто. Да блин, Илон, не до тебя. Нет, я тебе отказываю. Пошел отсюда, ты мусор. Ты пришел сюда с сигаретой. Иди отсюда. Я с сигаретой людей не пускаю. Еще и натоптал мне тут. Спасибо. Дай мне денег. Все, мы закрыты. Дамочка, до свидания. Теперь ты не уйдешь отсюда, ты в рабстве. Все. Понятно. Так, хорошо, смотрите. Давайте посмотрим, что у меня есть по деньгам. 776. Ну, в принципе, неплохо. Мы можем что-нибудь с вами купить. Давайте зайдем на этот, на Амазон. Так, за мазор этот. После часа новые клиенты не приходят. Приходят только старые, да? А, может быть, купить какой-нибудь автомат? Сколько? Ху-ху-ху! Нихухой, нихухой себе стоит. А что, может, подешевле что-нибудь есть? Какой-нибудь такой обрыганский, вот, за 325. Давайте один куплю. Что, сколько денди стоит? Денди есть? Охренеть. Ладно, давайте только одну вот эту фигню купим. Ну, чтобы было разнообразие. И где мой заказ? Полная оплата. Все, ждем. Пусть привезут, поставят. А мы с тобой пока пойдем купим биту, потому что у меня нету биты. Мне ж надо чем-то людей покоматозить, которые тут приходят и платить не хотят, да? Блин, ну что-то какой-то маленький. Чего? Не двигайся, тебя обыскивают. В смысле? На что? У меня ничего нету. О! Привет, Мишка. Мишка, плюшевый Мишка. А вот он какой, возьми его с собой. Так, а можно я возьму у вас, пожалуйста, биту? Спасибо. 40 долларов за сраную биту. А чё меня полицейский решил-то остановить? Я же такая пуська. Собака. Собака. Так, это сюда. Закрываем. О, доставил мне мой автомат. Давайте я его занесу. Так, старый автомат. Ну, какой есть. Давайте его поставим где-нибудь вот тут. Так, как его поставить-то? Давайте его тут на входе поставим. Все, чудесно. Закрываем дверь. Пойдемте возьмем освежитель воздуха, чтобы чисто было. А что у нас тут? Уголочек мусорный. За мной пытались, по-моему, погоню только что устроить. Так, мой дорогой друг. Я куплю. Спасибо, я забираю. О, Амогус. Амогус. Мне просто показалось, что я что-то пробежала и... Прикол. И это все? На что? Нажмите, чтобы сообщить. Я нашла Амогуса. Чисто для достижения. Ля тут спортивный народ. Ну что, ребят, пойдемте. Че, у нас новый с вами день? Тяжелый или не очень? Короче, мы продолжаем развиваться. Ой, бульдожка пришла. Короче, воняет у нас тут. Давай чуть-чуть спрыснем, чтоб не воняло. Так, включаем электричество. Да будет свет, сказала Наташа. Включаем с вами компьютер и открываем интернет-кафе. Ждем гостей из всех властей. Зарабатываем бабки. Лаве хомутится, деньги крутятся. Видишь, как хорошо. Уже продолжаем даже что-то с вами покупать. Так, открыто. Заказы, все типа есть. Все чики-пуки. Зашибись-ка. Так, а автомат работает, я надеюсь? Или он просто так? Мы его купили, он для вида.
Все, ждем клиентов. Новеньких, на все готовеньких. Так, уходи отсюда. Ты меня напрягаешь, когда ты рядом с моим этим самым находишься заведением. Иди к моему конкуренту. Нафиг ты ко мне-то ходишь? Так, дальше покупаем охранника. О, 30. За них стандартно дают 30-ку. Хорош. Ну, то есть у нас теперь есть компьютер, дополнительная 30-ка всегда. С сигаретами нельзя. С сигаретами нельзя. Нет, все, не пускаем. С сигаретами не пускаем. Мы за ЗОЖ. Никаких сигарет. После ваших сигарет тут воняет. Посмотри, как воняет. Так, все, этот же парень заплатил, да, получается, сразу 30-ку? Бляха, да что ж ты такой срач-то развел тут? Ты посмотри, а? Я что тут? Похоже на полотерку, по-вашему, или что? Росомаха прибежал без сигареты. Чувак, с сигаретой запрещено. Блин, ладно, сидите. Там просто два одновременно прибежало, я ничего не успела сделать. Я забыла, кто за каким компьютером сидит. А никто больше не хочет поиграть в мой аркадный автомат? Что, зря его купила? Пец навели тут суеты. Навела порядок. Ты куда пошла? Поиграть? Ну да, видишь, они сразу 30-ку за него заваливают. Так, спокойно. В смысле? Подожди, это швабра тебя ударила! Да это не я! Это не я! Это не я! Вы чё? Это не я! Это не я! Да это не я! Вы чего? Это швабра! Придурки! Это швабра, все! Швабра, сука, подставила меня, ты прикинь? Ты прикинь? Из-за швабры! Из-за швабры все! Сраная швабра! Так, тут теперь воняет, надо сбрызнуть. Хорош пердить тут, пацаны! Пердешь свой несите домой к себе, пожалуйста. У меня тут давайте без этого самого вашего. Плати деньги, пожалуйста. У меня и так травма здесь. Спасибо. Может, это мусор? Давайте вас помоем. Может, вы грязные, не знаю. Всех помоем. Мне кажется, из-за него здесь грязь. Он тут грязь разводит. Этот гнусный, противный мужчина, который сигарету тут нюхает свою. И из-за него здесь вонь постоянная. Заходи, Тяночка. Заходи, поиграй. Ты такая симпатюлечка. Заходи. Не хочет. Не получилось клиентку завалить. Я думаю, они мне нормально дадут. О! Тренер пришел. Интересно, они когда-нибудь найдут друг друга? Не, все, ребят. Я считаю, что со следующей ночи... Короче. Нам надо с вами заводить человека, который будет таких козлов просто наказывать. Потому что, ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Ты просто... Ну, писец. Да хватит уворачиваться, сука! Все, закрыта лавочка. Пошли отсюда нахер все. Ну все, короче, я выхожу на тропу войны. Все, я больше не буду это терпеть. Что за хамское отношение? Так, привет. Я покупаю у тебя биту. Все, это была последняя капля. Какие неблагодарные люди. Так, идешь, тварь? На тебе, скотина, получай, я тебя отомстила. Понял, я нашла тебя на улицах этого города. И ты получил. По жопе своей. Какая же твари. Просто твари. Ты посмотри на них. Так, смотри. Только села выбирать сотрудников. Ну, конечно. Не понос так золотуха. Да? Как же без этого-то, да? Ужас какой. Сейчас пока буду запускаться, меня ограбят, да? Сейчас потечет говно по трубам. Как всегда вот это вот. Одни проблемы на горизонте в этой игре. Открыто кафе, сотрудники. Он может защитить ваш магазин от атак. Давай, на 5 дней, чувак. Все. Кошмар воров и неплательщиков. Все. Все.
Все, у меня теперь два охранника. Два охранника. У-ху-ху-ху. Нормально ты такой стоишь тут, охранник. Дикси, ё-моё. Так, твоя задача, не плательщиков, короче, нахер выкидывать отсюда, ты понял? Я зря, что ли, деньги потратила, так что давай. Работай. Я буду пока подрабатывать уборщицей здесь. Давай, братка, у нас 5 дней. Ну все чудесно, мы наняли все. Утвердить, утвердить. Я надеюсь, он будет хорошо работать. Потому что я устала терпеть такое хамское отношение. Я считаю, что я заслужила хорошее отношение. Девки, хорош тут пердеть, пожалуйста. Но у меня теперь есть защитник. И есть секьюрити. Это брат твой, что ли? Хорошая реакция, брат. А я спиной стояла, даже не видела. Как тебе? Это моя охрана была. Хорошая охрана была. Сейчас деньги пойдут в гору. Ой, сейчас как пойдут деньги в гору. Слушайте, ну охранника самое то держать, я считаю. Он прям хорошо нам будет сейчас вот это вот отбивать все возможные атаки. Я могу даже сюда на работу даже не приходить. А чё я буду париться? Теперь они тут у меня 5 дней будут влавствовать. Замечательно просто. Так, ну-ка, спрей тут есть? Надо вонь вашу убрать, господа. Чё, плохо, что ли? Тебя комар укусил? Чё воешь? Так, этот спрей пуст. Так, давайте его в мусор выкинем. Чё он тогда нам суету наводит? Какая прелесть, у меня теперь есть охрана. Все, теперь придется платить, понятно? Теперь все, не платить не получится. Ха-ха-ха. Так, этот заплатил. Я уже такая подумала, что мой чувак ничего не делает. Хотела его наказать. Так, тут не воняет у нас? Хватит? Ля, еще меня пытались. Опять пытался, ты погляди. Чувак, вообще четко работаешь, респект. Спасибо за деньги. Слушай, теперь все хотят платить. Увидели то, что у меня есть секьюрити? Теперь поняли, что если что, получат от него свертухи? Вот это я понимаю. Теперь можно спокойно жить и не тужить. Дождались. Так, а пацаны, а может хватит мне тут мусор наводить, а? Может быть, хватит? Я тут вот это устала убираться за вами. Плати. Блин, реально, смотри, теперь все как... Какие шелковые. Все теперь платят. Ты посмотри. Все теперь такие порядочные. Все теперь платят. А давайте кто-нибудь попробует не заплатить. Че вы такие слабенькие-то, а? Давайте попробуйте не заплатить. Я хочу посмотреть, что будет делать мой парень. Я что, зря ему, что ли, зарплату плачу на 5 дней? Ну-ка, давайте-ка быстро кто-нибудь не заплатит. Спасибо. Вот это вот мусор тут наводила, овца. Больше всех наводила. Суету. Работаем. Хорошо. Что там по деньгам? $482. Видишь, как хорошо. Я все жду, когда кто-нибудь не захочет заплатить. Они теперь реально такие прям все послушные. Все такие сразу платят. А чё вы так? Давайте не платите, или чё? Вас напугал мой бугаёк? Ага. Блин, чё за срач тут разводите, пацаны? Ну, хорош. Ну, ведите себя нормально. Ну, чё вы как эти-то? Топчете чё-то постоянно. Что-то они теперь реально все хотят платить. Мне не нравится. Ты давай, охраняй, пацан. Он такой грустный, он такой, как меня достала эта жизнь. Как мне надоела моя работа. Но, извините, это ваша работа. Так, воняет? Тут, или что? Так, собака, это мой спрей. Найди себе свой спрей. Ого! Хера тут. Пропердели вы тут мне все. Спокойно! Туши! Туши его! Туши! Тушись! Да тушись, япона-мать! Он не тушится!
Потушила. Фух, слава богу. Потушила. О, о, смотри, не платит. Так, чувак, он не заплатил. Хорош, свертушечки, молодец. Молодец. Так и надо этому упырю. Ишь какой. Свертушечки получил. Получил от моего охранничка. Так, это что, ты сгорел, что ли? Или что с ним стало? Что с ним стало? По-моему, он потемнел. Вам не кажется? А где свет? Почему свет не работает? Что-то свет не работает. Ой-ой-ой. Не так всегда страшно. Да ты посмотри, что вы решили на мне за атаку тут устроить. Что за диверсия, я не понял. Совсем что ли ополоумели? Так, по запаху все нормально. По чистоте вроде бы тоже. А нельзя как-то огнетушитель куда-то поставить? Вот, а. Вот так, наверное, надо сделать. Свет включается ж. Спасибо. Спасибо. Не надо мне. Что ты опять сюда прибежал? Что ты меня... Что ты пытаешься найти? Я ничего не проношу. Что он пытается во мне найти? Объясните мне, что такого во мне может быть, что он так пытается найти? Вроде бы я на помаду не садилась, как школьница, которая там случайно села на помаду, и помада ей провалилась в жопу. Случайно села, да, бывает. Не садитесь случайно на помады. Нас так просто не проведешь. Я знаю, что она делала с этой помадой на самом деле. Случайно села, ну да, ну да. Мы были подростками, мы знаем. Хватило шума. На помаду, блин. Так, я смотрю, ночью ко мне клиенты не особо, да, хотят идти. Что у нас там по деньгам? 709. Кстати, еще немного, и мы сможем купить себе еще один компьютер. Поставим еще один компьютер. Будем еще больше зарабатывать. Но мы сегодня купили с вами как минимум уже автомат, уже хорошо, и у нас теперь есть охрана. Мы теперь с вами вообще профессионалки, те еще. Все, все. Лафа кончилась, пацаны, придется платить. И мне не надо постоянно тратить деньги на биты. Видишь, как хорошо. И парень у меня вот этот вот не промах. Защищает. И этот защищает. Все меня защищают. Так, это что это вы там пучкуетесь? Шарик, а ну вылезай из далматинца. Это не твоя, это вообще порода. Ну и где мои клиенты, я не понял. Уже птички поют, солнышко встало. Может быть, бомж их распугивает? А ну-ка давай уходи отсюда. Заходим ко мне или нет? Давайте последний еще денечек поработаем и закрываемся. Потом будем думать, как дальше развиваться. Заходи, братан. Давай, у меня вон классный игровой автомат. Смотри, какой раритетный. Прям вот прямиком из детства. На нем еще твой дед играл. И прадед, и все играли на нем. Девушка, заходите. Что-то ко мне никто не хочет. Мне кажется, у нас какая-то плохая репутация где-то за углом распространяется. Надо, кстати, почитать отзывы. Я же теперь могу не сильно бздить. Давайте почитаем отзывы. У меня же теперь есть охрана, я могу позаниматься своими делами. Так. Дал синий экран, я думаю, здесь есть вирус. Вирус? Ой-ой-ой-ой-ой, это плохо. Это... А! Стоять! Стоять! Куда пошел? Куда пошел? Дал синий экран, я думаю, здесь вирус. Так, подождите, нам надо этим заняться. У меня прям одни проблемы. Так, сидите, играйте, я сканирую вирусы. Может, премиум купить? Ой, смотри, кто-то не заплатил. А, или он заплатил. А, он за эту фигню заплатил, все, отлично. Так, я купила премиум за $5, пусть работает 5 дней. Вирусы, значит, да, у меня еще тут? Ну, офигеть, повезло, повезло. Братишка, зря, он не заплатил, он не заплатил. Но, как хорошо, с вертушечки-то, а. Молодец, молодец, братка, красавчик. Вот это я понимаю, молодец. Мы прям с тобой вообще пара просто. Нам еще надо купить человека, который будет воришек отгонять. Что там по вирусам? Так, еще идет сканирование, хорошо. Сканирование еще идет. Надеюсь, угроза будет не обнаружена. Слушай, вот с этими ребятами я себя прям чувствую человеком. А, это мой тебя охранник шею сломал, понял? Вот и живи теперь с такой шеей, чтобы все видели. Так, девочка пришла.
Намусорила уже сразу такая овца вонючая. Ладно, сидите, чё уж я могу сказать вам. Утвердить, утвердить. Сидите, играйтесь. Так, я ищу вирусы. Радостные такие прибежали сюда. Чё мусорят? Надо чистенько сидеть. Неужели самим приятно так вот сидеть? Кидают они этот мусор. Не, можно, конечно, купить робот-пылесос, чтобы он убирал. Но чем мне тогда заниматься? Это вопрос. Так, что там, поиграл? Мне теперь хочется, чтобы они специально мне не платили. Их мой охранник, короче, доминировал и ругал за то, что они так делают. Я когда-нибудь вообще почитаю отзывы о своем заведении или нет? Я вообще-то вот эту всю фигню эту решила сделать, чтобы почитать свои отзывы. А мне не дают почитать отзывы. Сканирование завершено. Так, все, я вроде бы все удалила. Так, отзывы давайте. Играл 1 час, но было похоже на 3 часа. Это похоже на мучение. Решил ехать постоянно так-так. Не трать сюда свои деньги. Я не знал, что сказать. Дал синий экран, я думаю, здесь вирус. Я иду домой пописать. Хорош. Так, мне, видимо, надо покупать туалет. Очевидно, моим клиентам не нравится, что у меня здесь нет туалета. Что? Плохие комментаторы едят дерьмо. Вот, у нас прекрасное заведение. Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю, что им не нравится. У нас хорошее заведение. Куча игр, куча развлекаловок. Правильно, мои хорошие. Пишите хорошие отзывы. Только хорошие. Вот, видишь, какие хорошие отзывы. А у меня все это время только плохие были. Если придут более красивые девушки, я увеличу оценку. Ну вот, видишь, у меня хорошие комменты тоже есть. Потихонечку растем, а то до этого были только плохие. Хорошие тоже есть, все. Сейчас будем развиваться. Я думала, ты не будешь платить. Иди отсюда. Ну, молодец, что заплатил, а то не очень было бы приятно портить твое личико. $973, хорош. Слушайте, я даже не знаю. Напишите в комментарии, что лучше, туалет или еще один компьютер поставить. Я, конечно, понимаю, но, блин, потом же туалет этот надо будет мыть. Но, с другой стороны, они же хотят какать. Потом будут писать отзывы, что у меня тут есть туалет. Типа, это было кайфово, классно. Спасибо, я посрал хотя бы. Понимаешь, надо же работать. Тот, кто сюда приходит, не имеет чувства собственного достоинства. Вот овца. Вот овца. Какая-то написала мне плохой отзыв. Интеллектуальное сканирование завершено успешно. А, оно теперь само все будет это делать. Я понял. Теперь мне не обязательно делать это самой. Он сам будет это за $5 делать, да? Слушай, ну лавеха крутится, деньги мутятся. Повезло. Так, ну пацаны, давайте там заканчивайте играть. Я пошел спать. Но мы заработали много денег, нам теперь нужно реально с вами решить, покупать еще один компьютер или покупать лучше туалет. Вообще, я думаю, что можно это оптимально сделать, просто посмотреть, что почем стоит. Вот. Так, ну еще, в принципе, можно поработать вечерок. Так, давайте пороемся на Амазоне. А, где туалет? Ой, решил убежать, зря. Придурок. Так, а как купить туалет? Вот в чем вопрос. Купить новую комнату? Короче, мне нужно расширяться, чтобы купить туалет. Так что пока, пацаны, без туалетов. Что могу поделать? Туалетов у нас пока что с вами здесь и нету. Так, короче, братан, все, мы закрыты. Давай, давай свои деньги. Хорош сидеть вот этот вот. Сидит он там до последнего, пердит. Все, спасибо. Иди. И теперь у меня в заложниках. Я пошла спать. Я считаю, что мы хорошо сегодня все с вами сделали. Появилась у нас охрана. Теперь нам вообще ничего ни почем. Теперь все плохие парни будут наказаны, а хорошие будут вознаграждены. Единственное, хватает только на 5 дней, но 5 дней нам вполне себе хватает, чтобы начать нормально зарабатывать бабки. Я же нажала кнопку. Поехали домой спать. Вот, поэтому я думаю, что мы в следующей серии с вами будем либо покупать новый компьютерный стол, а либо покупать новую комнату. Быть может, стоит купить кухню. Короче, не знаю, пишите, что купить в комментариях, и мы с вами придем к какому-то общему знаменателю. А пока не забывайте подписываться на канальчик, поддерживайте лайком, и уже очень скоро с вами увидимся. Пока!